выносливая мышца в организме человека? Я думаю, что мозги. Не представляю, каким надо быть монстром, чтобы все это выдержать. Сразу видно, мышцы большие, мешают работать. Надо ноги сгибать больше. Пусть на меня бодибилдер не обижается, но я особо не считаю, за вид спорта. Бодибилдинг — это во. Если бы не он, я бы здесь был ноль. Костей всего 206. 206 костей. А мышцы... От фирмы Гион тебе протеиновые батончики. Прежде чем оказаться на московском стадионе «Салют», где уже не первый раз проходят турниры по кроссфиту, мы заехали на почту, чтобы, как и обещали, прежде отправить Кристине Кобзаревой пакет клубничного протеина от компании «Гион». О том, как и почему спортсменка из Краснодара не получила этот приз на одном из турниров осеннего сезона, смотрите в нашем видео. Ссылка в описании. Нынешний зимний кубок «Гераклион» уже пятый по счету. На сегодняшний день это самый крупный в России турнир по функциональному многоборью. Несмотря на определенную критику, которую периодически можно слышать в спортивных кругах, кроссфит продолжает набирать популярность. Однако противники кроссфита считают, что эти во многом экстремальные занятия весьма травмоопасны и даже могут оказывать негативное влияние на сердце и суставы. Впрочем, сами атлеты, а также тренеры считают иначе. Опасно отсутствие спорта в нашей жизни. Вот это реально влияет на суставы. А возможность получения травмы существует всегда. Мы можем выйти на улицу, подскользнуться и получить травму. А грамотный подход, грамотный инструктор, тренер. Тренер – это проводник в мир спорта. Если он грамотный, если он действительно образованный, травмы вас минуют. Некоторые бодибилдеры говорят, что кроссфит – это эдакие новомодные дрыганья, которые не способны заменить полноценные тренировки с железом в зале. Так это или нет, мы решили спросить у тех, кто не понаслышке знаком как с кроссфитом, так и бодибилдингом. В частности, эта спортсменка, кандидат в мастера спорта по бодибилдингу, увлекается кроссфитом. И хоть и считает, что эти два вида спорта сравнивать нельзя, но все-таки попыталась. После того, как ты выступил по бодибилдингу, ты расслаблен, ты ставишь перед собой какие-то цели. А по кроссфиту ты выступил, ты еще два дня просто в себя приходишь. Бодибилдинг все-таки субъективный спорт, а кроссфит – это объективный спорт. Ты сделал, это все зависит только от тебя. Как оказалось, уважительно к кроссфиту относятся даже чемпионы мира по тяжелой атлетики. Тяжелейший вид спорта. Просто я вот не представляю, каким надо быть монстром, чтобы все это выдержать, да? Это говорит рекордсмен мира, между прочим, Алексей Ловчев, чемпион мира, который в Хьюстоне восстановил в прошлом году рекорд мировой 264 килограмма. Говорит, что он не представляет, как можно выполнить вот эти все нормативы. У меня другая направленность на такие. Более моноспортсмен, а здесь прям... как и гири, и штанги, и бег, и вообще чего только нет, интересно смотреть. А какие планы у тебя именно в тяжелой атлетике? Вернуться победителем, вот самое главное. Кстати, именно кроссфит можно в чем-то считать одним из наиболее универсальных видов спорта. Среди кроссфитеров – представители тяжелой атлетики, различных видов единоборств, гимнаста и даже чемпионы России по бодибилдингу. Но об этом мы расскажем чуть позже. Ну а сейчас предлагаем посмотреть наш небольшой опрос на тему, что знают поклонники кроссфита, в частности, о бодибилдинге. Франк Зейн сколько раз был мистер Олимпия? Я думаю, там где-то раз 12. Три. А, да. Арнольд Шварценеггер сколько раз был мистер Олимпия? Боюсь, сейчас опять промахнусь, не знаю. Семь. Ли Хэнни сколько раз был мистер Олимпия? Ли Хэнни. Вообще не знаю такого. В каком году и сколько было лет Шварценеггеру, когда он стал мистер Олимпия? 22. В 23 года Арнольд Шварценеггер выиграл первую свою Олимпию, потому что 30 июля у него был день рождения, а соревнования проходили осенью. Значит, мы оба правы. В качестве призов за правильные или почти правильные ответы – протеиновые батончики и предтренировочный спортивный напиток «Криопамп» от компании «Гион». А сколько у нас вообще всего мышц в организме человека? Сколько? Костей всего 206. 206 костей. А мышцы 300 с чем-то, я думаю, я не помню.
вопрос. Сколько ты знаешь видов штанг? Видов штанг? Да. Для приседаний, для жима, для тяг, ну, порядка 6. Абсолютно правильный ответ от компании «Гион», чтобы ты поправлялся, восстанавливался. Спасибо. Это протеиновый батончик. Самая выносливая мышца в организме человека? Я думаю, что мозги. В каком году появились первые тренажеры в России? Вообще, Лебедев, который родоначальник классической, насколько я знаю, как я читал в детстве книжку про атлетизм, русскую школу и все остальное. То есть это конец 19 века, соответственно. 1850-й, вот так вот, когда... Какой? 1850-й. Правильно. Так. Еще второй приз тебе. Это специальный функциональный напиток от компании «Гион». Именно после вот таких тяжелых тренировок тебе пополнять силы. Спасибо большое. Спасибо большое. Впрочем, самый легкий вопрос достался Владиславу Ригерту. Давид Адамович Ригерт, сколько установил мировых рекордов? 65. Абсолютно правильно. За правильный ответ мы от фирмы «Гион» даем тебе вот это функциональный напиток именно для кроссфита. И вот этот протеиновый батончик, чтобы после уже выполнения упражнения подкрепить свои силы и восстановиться. Кстати, Криопамп от «Гион» – напиток, который ориентирован на увеличение скоростно-силовых характеристик и способен увеличивать взрывную силу спортсмена. А это именно те качества, которые незаменимы в кроссфите. А ты давай, кстати, открывай и пробуй. Восстанавливайся, чтобы мышцы наливались. Давай, давай, давай. А то скажешь, какой-нибудь там компот дает. Ну-ка, попробуй. Вкусно? Я хочу, чтобы ты пополняла силы настоящими продуктами от фирмы «Гион». Отлично. Ой, как витаминки, как будто кисленько. И глядя на эту баночку, одного не хватает. Чего? Шоколадного батончика от фирмы «Гион». Спасибо большое. Пользуясь случаем, не стакан воды, а от фирмы «Гион» именно специальный напиток функциональный. Ну, попей, 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 восстановись. Виталий – тот самый мастер спорта по бодибилдингу, чемпион России в категории до 100 килограммов, который теперь успешно выступает в кроссфите. Скажи, пожалуйста, вот ты не занимаешься кроссфитом, ты только вышел, выступил на чемпионате России по бодибилдингу, да. А завтра у тебя соревнования по кроссфиту именно в этих дисциплинах. Две минуты я умер. За две минуты я бы умер. То есть вот так вот? Да. Ну, может быть, за три. То есть реально 3 минуты и все. Да. Не, просто организм не понимает сразу, что от него хотят. И процессы другие. Выносливости нету. Закисление моментальное. И все, и задыхаешься. Но это не из-за того, что бодибилдеры плохие. Просто они не так тренируются. Все зависит от методики тренировки и все. Ну, абсолютно правильно. Мы ни в коем случае не бросаем камень в бодибилдинг. Это абсолютно другое. Бодибилдинг – это вот. Если бы не он... Я бы здесь был ноль. И чтобы мышцы восстановились, тебе вот прям сразу протеиновый батончик от фирмы «Гион». Чем мне нравятся билдеры? Тем, что они всегда накормят, напоят, пожелают удачи. Лучше билдеры, лучше. Впрочем, среди тех, кто выбрал кроссфит, изначально есть и те, кто бодибилдинг спортом не считают. Ну, блин, пусть на меня бодибилдеры не обижаются, но я особо не считаю, ну, за вид спорта. Почему? Ну, потому что тренируются, да, они много тренировкам отдают. Ну, а на сцену, когда выходят, это же, как сказать, больше конкурс красоты. А кроссфит – это именно спорт, заруба. Юрий Голубев предложил молодому человеку небольшой эксперимент, а именно выполнить и поддержать несколько соревновательных поз и потом поделиться мнением, насколько это легко. Однако парень отказался. Я не хочу. Более сговорчивым оказался атлет, который пришел в кроссфит из карате. Задача оказалась не такой уж и простой. Я когда вижу такие проработанные мышцы, мне хочется поработать как тренер сейчас по бодибилдингу. Ты когда-нибудь выступал по бодибилдингу? Ни разу. Вот давай сейчас поднимем руки. Поднимем руки. Теперь то же самое, только повернись. Выше руки. Грудь подожми так. А, ну... Красавец! Вот ты кроссфитовец. Вот подержал немножко, да, вот одну только обязательно. И тяжеловато? Ну, тяжело статика, конечно. Напрягаться же надо. Впрочем, у бодибилдера освоить технику кроссфитовских упражнений тоже получилось как-то не очень. Сразу видно, мышцы большие, мешают работать. Надо ноги сгибать больше, тянуть задницы, как становую тягу. И руками только в конце дорабатывать чуть-чуть. Потом руки отпускать.
А что думаете о кроссфите вы и хотите ли видеть больше материалов на эту тему? Оставляйте свои комментарии под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь и следите за новостями на нашем канале. 5 и 26 марта пройдет выставка спортивного питания и фитнеса площадью 10 тысяч квадратов. Более 20 образцовых турниров, приглашенные гости, звезды мирового масштаба. Станьте частью яркого спортивного праздника нового уровня. Siberian Power Show 2017.